Пятизвездочный отель Dream World Resort расположен в 55 километрах от аэропорта и в 6 километрах от города Сиде. Это новинка 2013 года. Отелю нет еще и года. Общая площадь 7000 квадратных метров. И отель состоит из одного основного здания. На территории отеля есть открытый бассейн с двумя горками, закрытый бассейн, который подогревается в зимний период, один основной ресторан, два ресторана а-ля карт. Один раз за все пребывание можно посетить бесплатно по предварительной резервации. И 5 баров. Концепция отеля – лояльность к клиенту. Для молодоженов можно получить комплимент от отеля – это сюрприз в номер, но нужно обязательно сделать пометку при бронировании, что это молодожены. Для гостей, у которых день рождения, также можно получить комплимент от отеля – это тоже сюрприз будет, тоже нужно ставить пометку. И для постоянных гостей отеля может быть комплимент в виде повышения категории номера при наличии свободных номеров. Например, вы бронируете категорию стандарт, но вы постоянный клиент, поэтому отель при возможности, если будут свободные номера, предоставит вам номер, допустим, Deluxe. Минимальная категория номера в отеле стандарт 25 квадратных метров. Максимальное размещение 2 плюс 1. Очень просторные номера, выдержанные в таких спокойных тонах. В каждом номере есть кондиционер, который работает только при закрытых окнах, спутниковое ТВ, мини-бар, который пополняется ежедневно минеральной водой и обычной водой. Есть также балкон или терраса, на полу паркетное покрытие, детская кровать по запросу, номер убирается ежедневно, смена полотенец и постельного белья 4 раза в неделю. Какие развлечения отель может предложить своим гостям? Анимация на русском языке. Несколько раз в неделю проходят дневные и вечерние шоу. Есть на территории турецкая баня, сауна. Можно сыграть в настольный теннис, в дартс, сквош, пляжный волейбол. Это все бесплатные услуги. Интернет на территории отеля платный везде, кроме лобби-бара. Дискотека, кстати, тоже платная. Для деток есть анимация на русском языке, мини-клуб от 4 до 12 лет, детский буфет, детская секция в открытом бассейне и можно заказать няню, это, как и везде, услуга платная по предварительной резервации. Отель больше подойдет для такого спокойного, семейного, умиротворенного, размеренного отдыха. Если это анимация, то это такая анимация софт, легкая, ненавязчивая, развлекательная программа. Отель не подойдет для тех, кто едет за активным отдыхом, за постоянными тусовками, за таким вот движением. Буквально несколько слов о пляже. Отель расположен в 350 метрах от берега моря. Песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, матрасы бесплатно, пляжные полотенца платно. На пляже есть душ, кабинки для переодевания, постоянно присутствуют спасатели. И поскольку отель находится как бы не в 50 метрах, то до пляжа в определенные часы с 8 до 18 в гостей отеля возят шаттл-бас. Вход в море пологий, песок. Пляж очень удобный и очень широкий. Зонтики, шезлонги всегда в наличии, во сколько бы вы ни пришли. Отдыхайте с «Поехали с нами», это всегда комфорт и уют.